Модель F656, размер 100 на 100, высота 218. Новая модель душевой кабины с высоким поддоном фирмы Франк. Стекло на дверях, при стенках, задних стенках и центральной стойке имеет толщину 6 мм. Это обеспечивает конструкцию кабины дополнительной жесткостью и устойчивостью. Задняя стенка выполнена из стекла с белой глухой тонировкой. Благодаря этому на ней не видно отложений известкового налета и мыльных разводов. Также стекло позволяет производить уборку абразивными моющими средствами. Поддон и экран выполнены из армированного санитарного акрила цвета Supervise. Особенностью акрила в данном поддоне является высокоглянцевая поверхность. Глянец имеет сильный грязеотталкивающий эффект и облегчает уход за кабиной. И еще одна важная особенность. В конструкции поддона присутствует специальный противопроливной бортик и канал для стока воды. При сборке этой душевой кабины не потребуется использование герметика. Вода никогда не перельется через бортики, а будет стекать в поддон по каналам для стока воды. Благодаря встроенному в поддон сиденью можно комфортно принимать процедуру гидромассажа из 3 широких форсунок, расположенных на центральной консоли. Высота поддона с учетом алюминиевого профиля равна 45 см. Это на 5 см ниже, чем большинство высоких поддонов других производителей, и облегчает вход в душевую кабину как детям, так и пожилым людям. Сенсорная панель управления легко моется и реагирует на легкое прикосновение руки. В отличие от других марок, в панели есть функция телефона для ответа на входящие звонки из душевой кабины по громкой связи и кнопка сирены для вызова экстренной помощи при внезапном ухудшении самочувствия. Оригинальная конструкция верхнего душа совмещает функцию тропического ливня и яркой светодиодной подсветки, которая образует стильный ансамбль с 2 светодиодными фонарями основного цвета. Система магнитных уплотнителей на стеклянных дверях встроена в алюминиевый профиль специальной конструкции, что обеспечивает равномерное примыкание поверхности магнитов и исключает любую возможность протечки. Раздвижные двери обладают плавным ходом благодаря 4 металлическим роликам с двойными колесами. Не лишним окажется и зеркало, установленное на задней стенке. Теперь мужчины смогут совместить прием душа и питье. Шампунь и гель для душа найдут свое место на массивной полочке из стекла 8 мм с двойными никелированными штангами. В целом же можно подытожить, что данная новинка сработана с учетом большого опыта эксплуатации душевых кабин и длительного анализа потребительских предпочтений.